Казалось бы, ну что может с тобой случиться в центре Петербурга? Гуляешь по Дворцовой площади, посещаешь интересные достопримечательности и места, любуешься архитектурой, но случиться может все что угодно. Например, ты можешь остаться здесь совершенно без денег. И если вы думаете, что это произойдет вот так, что к вам подойдут какие-то злые нехорошие ребята и скажут «так, давай деньги», то вы глубоко заблуждаетесь. Все сами отдадите до последней копейки. А ребята эти окажутся не злыми накачанными гопниками, а симпатичными красивыми девушками. Как так? Давайте об этом поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Как многие уже догадались, речь сегодня пойдет о барабанщицах. Не о тех барабанщицах, которые барабанят, а о тех барабанщицах, которые ходят в костюме барабанщиц. Ну, на мой взгляд, это костюмы барабанщиц. По сути, это роскошные исторические красные мундиры военного образца, шапки военного образца, которые надевают на каких-то то ли актрис, то ли мошенниц, а скорее всего и то, и другое вместе. Встретить их можно на Дворцовой площади, в других местах я их не встречал, причем встретились они нам еще при первой поездке в Петербург, которая для меня не была связана с переездом, а скорее была связана с тем, чтобы просто посетить, посмотреть город. Но тогда мы на них сами негативно отреагировали, и они ушли. Помню, мы с товарищем прогуливались по Дворцовой площади, подходит как раз пара таких барабанщиц и говорят, нужно будет нас приобнять и сфотографироваться, справитесь. Но мой товарищ был не в настроении и сказал спасибо, но мы уже провели ночь с доступными женщинами. Они, помню, на это обиделись и ушли. Я еще тогда не понимал, что здесь есть подвох, ну то есть в их подкате. Я на своего товарища тогда нагнал, говорю, как можно так общаться с девушками, но я тогда еще не знал, в чем подвох. А подвох в том, что эти люди подходят к вам, фотографируются, а потом просто требуют деньги. То есть они сперва фотографируются, а потом сообщают вам о том, что съемка была платной. Нет, с одной стороны, конечно, можно отказаться, сказать, платить не буду, все снимки удалить. И это кажется наиболее логичным. Но оказавшись в такой ситуации, оказавшись в незнакомом городе в первый раз, ты начинаешь думать, что, наверное, здесь так принято. Наверное, если я там не заплачу, особенно иностранцы, могут позвать полицию. И поэтому многие действительно платят. А с иностранцев можно еще и в два раза больше денег срубить. Ну то есть люди на эмоциях, не зная правил, не зная о том, как здесь принято, просто отдают все свои деньги. На барабанщиц я никогда не попадался, но у меня подобное было с бурундуками. Опять же, при первом посещении Петербурга. Вот. Чтоб не быть голословным, я даже прогулялся по Дворцовой площади и заснял, как это происходит. Давайте посмотрим. Мужчина, я вас сейчас далеко заприметила. Смейтесь на музыку. Задержан по царскому приказу. Все. Схвачен. Камеру включайте, режим фото. Будем кусариться. А там ночь. А чего, вы девчонок боитесь, что ли? Нет, камера. Плохая, что ли? Вообще ужасная. Давайте на нашу вайбер WhatsApp перейдем. Ну вот, разбили сердце. До свидания. Погулял я, значит, по Дворцовой площади, иду к выходу в сторону Дворцового моста, и они опять же видят меня и начинают подходить, но одна из них узнает и говорит следующее. В общем, я, конечно же, сказал ей, что нет, давай пока, и пошел дальше. Прогулялся по Васильевскому острову, по стрелке Васильевского острова, обратно иду, они там же стоят, но ко мне уже не подходят. Прохожу опять через Дворцовую площадь, иду, навстречу мне еще одна девушка. Я, к сожалению, звуку этой видеозаписи поставить не могу, потому что там на Дворцовой площади играют музыканты. Если я ее сейчас поставлю со звуком, то YouTube у меня снимет монетизацию, потому что использована якобы чужая музыка. Но, тем не менее, давайте я вам просто с субтитрами включу, и станет понятно, о чем шла речь. В общем, эти замечательные леди ежедневно, практически ежедневно, кроме каких-то там, не знаю, особых праздников, когда на Дворцовую, может быть, приезжает какое-то правительство, дежурят там и пытаются выманить деньги у доверчивых туристов, у доверчивых посетителей. Подходят они преимущественно к одиноким мужчинам, к парам мужчин. И, в общем-то, они не единственные, кто там дежурит, помимо них всякие бурундуки, лошади. Лошадей, кстати, давно на Дворцовой площади не видел. Видимо, с ними что-то сделали, как-то их запретили, может быть. Но помимо них еще остались всякие животные, что за животные. Ну, примерно такая же схема развода.
Идут такие крепкие ребята, в руках у них там, не знаю, может быть змея, может быть там какой-то бурундук, может быть там, не знаю, какие-то голуби, вплоть до экзотических животных. И они предлагают всем сфотографироваться. Но там немножко по-другому все. Там обычно пытаются поймать какие-то семьи с детьми. Детям предлагают подержать интересную зверушку и с ней сфотографироваться. Детям это, естественно, интересно. Родители как могут отказать своему чаду, особенно если не знает, в чем подвох, а когда уже вроде сфотографировались, то, ну, как бы, как не заплатить деньги. То же самое с живыми скульптурами. Это такие люди, которые намазались какой-то краской и стоят на Дворцовой площади. На Никольской улице очень много разных костюмированных типа аниматоров. Помимо них есть еще всякие Петры и Екатерины, которые там, не знаю, подходят, пытаются протянуть руку, поздороваться, обняться. Но суть практически везде одна и та же. Ну, то есть, если вам сперва предлагают сфотографироваться, но не называют какую-то конкретную сумму, то, скорее всего, сумму вам назовут после. Говорят, что есть аниматоры, которые сперва говорят, сколько стоит фотография, и только потом уже предлагают вам сфотографироваться. Я за все время, что я живу в Петербурге, за все время, что я здесь ходил, гулял, и много-много раз встречал там, не знаю, от продавцов чая, которые тоже обманщики, до вот всяких аниматоров, мне ни разу никто не говорил, какую сумму с меня потом потребуют. Более того, не говорили даже, что ее вообще потребуют. Кстати, с продавцами чая все еще проблема актуальна. Они как стояли на Невском проспекте, так и стоят. Там суть развода немного в другом. Суть развода в том, что вам предлагают типа бесплатную дегустацию пройти. Начинается с вопроса, а вы чай пьете? Даже не с него, а с вопроса, можно один вопрос? Можно им на это отвечать, так вы уже задали. У меня, кстати, не так давно был интересный случай. Иду по Невскому, подбегает девушка и говорит, молодой человек, один вопрос. Я ей сразу говорю, я чай не пью. Она мне в ответ, я ей не предлагаю, хватает меня под руку и говорит, предлагаю вам пойти на свидание. Я говорю, а свидание, видимо, за чашкой чая? Она такая, ну да. Я такой высвобождаюсь и ухожу. Ну, надо было, наверное, сказать, тогда место выбираю я. Естественно, она, скорее всего, бы не пошла. А пошла, ну, угостил бы ее чашечкой чая. Чего такого? Что будет, если пойти с ними пить чай? Да ничего хорошего. Вы приходите, мы ходили с товарищем. Вам разливают чай, предлагают его попить. Мы его попили. Потом предлагают купить этот замечательный, необычный чай там за какие-то бешеные деньги. То есть пачка там 1006-4000 рублей. Может быть, кто-то и покупает, но, наверное, большинство говорит, нет, мы, пожалуй, пойдем. Тут включается тяжелая артиллерия, вам говорят, что, ну, вы понимаете, за рекламу тоже надо платить, поэтому с вас там всего, там, не знаю, 1500 или сколько-то. Вы, естественно, говорите, может быть, и не говорите, может, отдаете деньги, но все-таки мне кажется, что и тут большинство говорит, что нет, ребят, мы уходим. И тут вас начнут прессовать. Тут главное просто молча взять и уйти. Иногда бывают ситуации, когда появляются крепкие ребята и начинают чуть ли не вымогать деньги. Тут нужно, конечно, говорить, я вызову полицию и вызывать, если вас продолжают не выпускать. Но некоторые иногда прямо бросаются. Так что лучше вообще туда не ходить. И самое интересное, что вот эти все уличные зазывалы, барабанщицы, аниматоры, они все работают прямо на глазах у полицейских. Полицейские отлично видят, что происходит, но почему-то вообще их никак не трогают. Хотя это, по сути, административное правонарушение. Можно даже банально просто потребовать у них какие-то лицензии. Но нет, никто этим не занимается. Хотя, опять же, по моим наблюдениям, со всякими зебрами и лошадьми, последние месяцы стало намного спокойнее, я их почему-то нигде не вижу. Но другие мошенники как продолжали работать, так и продолжают работать. Поскольку власти не хотят с этим бороться, поскольку власти не собираются этим заниматься, тут самый действенный метод – это принцип. Предупрежден, значит вооружен. Если кто-то собирается в Петербург, если кто-то собирается посетить, может быть, какие-то другие города, в Москве то же самое, то лучше всего их предупредить, что ни с кем не стоит фотографироваться, особенно со всякими аниматорами вообще. В Петербурге, в Москве такой вот принцип. Если человек подходит к вам и что-то предлагает, при этом не с целью спросить дорогу, а заводит какой-то отстраненный разговор, может быть, что-то предлагает, то это, скорее всего, мошенник. А если даже после того, как он спросил у вас дорогу, начинает вас пытаться чем-то отблагодарить, то это опять же мошенник. Вообще, из популярных схем разводов еще есть, когда вам предлагают дорогие духи по дешевке. Когда подходят и говорят, ой, потерял все деньги на билет, помогите. Вот потерял деньги на билет, это прям отдельная история. То есть, у меня возле дома стоит женщина, которая каждый день теряет и теряет деньги на билет. Причем периодически она теряет деньги на билет, а периодически ее увольняют с работы, и ей нужно чем-то попитаться месяц. При этом женщина выглядит вполне себе так прилично, порядочно. Говорит, вот вчера уволили. Каждый день находит новую работу, видимо, и увольняют. Каждый день куда-то собирается ехать на другую работу и теряет деньги на билет. Еще по Невскому ходят женщины, девушки, парни, которые теряют все деньги, и им нужно срочно на хостел. Опять же, возле моего дома ходит интересный парень. Голос у него просто необычный, и ему постоянно не хватает 100 рублей положить деньги
деньги на телефон. Он их постоянно просит. Ну как постоянно? Два раза ко мне подходил, но, видимо, вот такая вот у него ситуация жизненная. В общем, если на улице какой-то нуждающийся подходит и просит денег, пусть небольшую сумму, то, скорее всего, это мошенник. Помимо них еще есть всякие тоже мелкие жулики, которые предлагают вам браслетик, чтобы помочь животным. Меня так на 50 рублей обманули, когда продали браслетик, который якобы там пойдет на озеленение Петербурга. Браслетик я купил, Петербург как был каменным городом, так и остался. Ну, потому что, естественно, все эти деньги пойдут не на благотворительные какие-то акции, не на благотворительные мероприятия, а в карман каким-то жуликам. В принципе, если у вас просят деньги, я иногда так делаю, говорите, хорошо, напишите мне свой сайт, я посмотрю реквизиты, по этим реквизитам переведу. Если у них даже сайта нет, то о чем вообще можно говорить? Ну, естественно, если сайт есть, то лучше все-таки проверить на нем лицензии какие-то, перед тем, как переводить вообще какие-то средства. А проще всего никому не давать денег, ни с кем особо не разговаривать, единственное, если у вас там на улице дорогу спросили, дорогу можно показать, и после этого тоже заканчивается разговор. Иногда на Дворцовой площади просто подходят какие-то туристы и говорят, можно меня сфотографировать, не вас сфотографировать, а его сфотографировать. Ну блин, я периодически фотографирую людей, отдаю им их телефон и ухожу. Это тоже нормально, это тоже бывает. В других случаях, когда давайте мы вас сфотографируем с девушкой, давайте мы вас сфотографируем с голубем, давайте вот с царицей сфоткаемся, знайте, что после этого у вас попросят ваши деньги. Иногда очень много денег. Иногда бывает, что одна фотография у них стоит рублей 800. И это еще не самый высокий ценник. Вот. Будьте осторожны. Предупредите близких. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока.